Сегодня на улице встретили бабушку, которая просила милостыню. Она сидела рядом с остановкой в очках с коробочкой. Прохожие кидали по монетке. Решили помочь бабушке, как нас учила Жанабель. Она нам выделила деньги на продукты, научила нас доброте, любви, состраданию. Научила нас помогать нуждающимся, малоимущим, пенсионерам, инвалидам, многодетным детям. Такой нехитрый продуктовый набор мы собрали на деньги, выделенные нашей благодетельницей, дабы помочь бабушке. Сегодня встретила бабушку Галину, она просила милостыню. И на деньги, выделенные Жанабель, мы купили вот такой продуктовый набор. Жанабель учит нас любви, доброте, состраданию. Бабуля, держите, пожалуйста, продуктовый пакет. Его с любовью вам передает Жанабель. Она учит нас доброте, любви, состраданию, учит помогать старикам, многодетным, коллегам, нуждающимся, заботится обо всем, обо всех во всем мире. Молодая. Может, да, молодая, красивая. Можно поблагодарить Жанну. Семья есть. Вся земля ее семья. Дай Бог ей здоровья и всем ее близким, всем здоровья. Спасибо большое. Побольше таких людей. Бабушка очень благодарит Жанну Бель. В ближайшее время ей не придется голодать.